Букингемский дворец обнародовал новое фото британской королевской семьи. Публикация приурочена к наступлению 2020 года. На снимке Елизавета II запечатлена вместе с тремя поколениями своего семейства. Рядом с королевой позирует ее сын Чарльз, внук Уильям и правнук Джордж. Чтобы отметить начало нового десятилетия, был выпущен новый портрет ее королевского высочества, принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа, говорится в инстаграм Кенсингтонского дворца, где был опубликован снимок. Фотография была снята еще 18 декабря во время торжественного ланча у королевы. Шестилетний правнук Елизаветы II предстал на портрете уже не в шортах, а в брюках, как взрослые. Последний раз королевская семья представляла портрет в 2015 году. Тогда принцу Джорджу пришлось встать на книги, чтобы быть выше. Королева Елизавета II в рождественском послании упомянула сына Меган Маркл. Принц Джордж приготовил пудинг с Уильямом, дедом и королевой. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма отпраздновали Рождество отдельно от взрослых.